не засранка. Такой вот у нас есть, да. Это первый человек, кто вот участвовал. Так, спасибо. Там собака подозревака. Спасибо за участие. Так, тут тоже человек быстро участвовал. О, спасибо за участие. А что такое рекорд-стоп, непонятно. Ну ладно. Даже есть два одинаковых качества. Так. Happy New Year. Это все гифки, что были в телефоне, да? Ладно, я поняла. Так, следующий вот давайте это смотреть. Адау. Что написано? Reactions. Вадим. Алина. Слушай, ну тут даже размер шапки не подходит элементарно. Да. Она слишком приспешная. Это как обработка фото. Даварика. Я бы сделала не мастер. Без Вадима и Алины. Ой. А почему пятерка? О, да, я и фанат. Ясно. Ладно. Креативно. А это без этого? Да, я поняла. Нарисовано прикольно. Да, выглядит прикольно. Стильно. Мне нравится такой. Да. А тут один пятерка, а потом мистер Бист добежал. Я поняла. Да, я фанат их. Да. Так. Ландау. Мне кажется, тут как нейросетка какой-то делалась. А может быть, нет. Как разница? Нет, так можно как угодно делать. Ну, да. Тут ограничений нет в этом плане. О, Жожа. Жожа и это, Сейлор Мунка. Тут, кстати, не было ограничений, то есть можно было и нейросеть использовать. Ну да. И там еще что угодно, коллаж делать, то есть типа, вообще пофиг. Главное, что просто было как-то прикольно. Ну, минималистично. Да. О, кстати, это телек, который у нас в заставке. Да? Блин. Я говорю для тех людей, может, кто-то до конца не досматривает. О, моя ракета! Смотри. Кринжульки, React, Ландау. Блин, я реально такую ракету нарисовала? Ну да, прикинь. Реально жестко получилось. Я же причем без всякого злого умысла. Совсем не ракета, КВ. Нет, палочку... Я сижу такой, мысль, что ты делаешь? Что ты рисуешь? Палочку кто-то подрисовал, серьезно. О, прикольно. Мне кажется, я больше похож, чем ты. Тут такой слишком худой. Вытянутая морда у меня. Да. А у тебя уменьшена. У нас, короче, ну, мне тут щеки. А это без Ландау. Убрали, я поняла. О. Ну, это шедеврально. Это минимализм. Это шедеврально, это да. Это что-то в этом искусство. Есть. Что-то в этом есть. Так, во, коллажик снова. Тут тоже пыхаешь. Почему у нас так много фоток с кальянки? Блин, не фотки с кальянки. Нет, кальянка, есть кальянки, есть кальянки. И чуть внутри. Она такая самая главная, понимаешь, сидит такая. Так. О, слушай, до сих пор ты уже давно без образа Вади Клэп? Да. Но до сих пор люди помнят про Вадю Клэп. Да. Видишь, он чичичуп какой рисует. А это типа уже все. Да. Без Вади Клэп. Это уже нормально. Опачки, шедевры подъехали. А что это за молния между нами? А что за цвет ЛГБТ+. Пропаганда. Пропаганда. Не осуждаю. Так. Так, вот тут разные варианты. Ой, с прикольно. С чичкой. Прикольно. Прикольные такие маленькие чибики. Чибики. В чем разница? 500к. Нет чички. А, там чичка еще. Тут чичка. Тут нет чички. Прикольно. Тут нет 500к. Прикольные чибики, а да, но не хватает всего остального, как бы тут. Да. Пусто-пусто. Да, пустоватенько. Да, вот пусто. Это чибики прикольные. Так, это же то же самое такое. Слушай, а у нас всех такие фотки с носами? Барбулькина. Канал носачей. Так. Вместе с Ландау, все ссылки снизу. Рисовали чичку, ставили еще дополнительно для чички микрофон, угу. Рабочее место с бутылкой, окей? Это мы смотрим на себя же, ага. Я так поняла. Я живую, да? Да. Смотрим вот так. На нацистов смотрим. Нет, вот так же руку вывернул, посмотри. Вот так, все нормально. Так. Кстати, прикольно, мне нравится, как шарики сделал. Видишь, как будто они так боком вылетают. Да, мне понравилось, как они такой прям объемчика добавляют. То же самое? Только что здесь поменялось. Цвет фона вижу розовый. Жалко только, что 500к пишут, на самом деле, потому что 500к закончится когда-нибудь. Да, шапка же должна быть универсальная. Да. Чтобы не было каких-то там 500к. О, мы в небесах. Ля... Это мы с 2 лет кринжи вознеслись. Да. На тот цвет. Вечные школьники. Понятно. Вот в хорошем качестве так. Ой. Ну слушай, прикольно нарисовано. Да, прикольно. Шноп тебе такой нафигачили. Нормальный. Но чего-то не хватает, шапки не хватает. Ну да, шапки чуть-чуть хватает. Ну, тоже, кстати, у нас нету провода в наушниках. Угу. Но мы уже давно отказались от этой практики, так сказать. А, подожди, только нам уже рисовали в таком формате. В каком? Или нет? Вот эти вот лица, или нет? Нет. А, кстати,
Смотри, только лицо что заговорил. Похожее, да. Что как будто кому-то растянули, кому-то уменьшили. Одно это как бы не шапка получается, просто да, как картинка. На конкурс, помнишь, который предыдущий у нас был? Вот шапка. На. Ну, прикольно. Интересно, угу, выглядит. Угу. Только ты сильно волосатый. Да. Ты не такой волосатый. Прикольно. Угу. Так. Бля, ну это, конечно, пиздец. Да. Тут еще эти... Реклама и Бусти, да, и Телеграма. Это прям вообще красиво. Да. Давай сохранять, короче. Папку? Все потом будем выбирать? Ну да. Чтоб прям вот... Давай. Что-то такое, чтоб ты, типа, гипотетически ты бы сюда это себе поставил. Хорошо. Потом будем выбирать самый-самый лучший. Так. Ой. А, ну это Speedpaint. Бля, класс. Это прикольно, это типа, чтобы пруфануть. Ну, люблю, я говорю, тут на самом деле можно и без пруфов было делать, потому что... Не, прикольно смотреть, мне такое нравится. Ну, смотри, да, потому что я говорю, что можно, типа, было что угодно использовать. Вообще, Speedpaint прикольно смотреть. Блин, так тетенька. Да, я тоже люблю. Тетенька. А в чем рисовали, кстати? Что за прога? Сай? Или что это? Кто это? Я вон видела, не буди, был на весь экран. Ну, это брали шарики, чтобы сделать. Ну, классно выглядит, да. Вот, видел, там не буди мигнул. То есть берется картинка, потом фон же вырезается, ставится. Там же много-много раз ускорено. Вот видишь, видишь, да? Вау! Что ты куда-то уехала, что-то? Ну, бывает. Что ты куда-то уехала? Что-то пошло не по плану. Ландау. У нас прям стенка как у этого Николая Соболева. И так, знаешь, ты типа поставишь, это внутри все видно, а вот это по бокам ничего не видно. Бывает. Главное, что Ландау. Понятно, кто Ландау. Так, разве вы Энтайма смотрите? А там был Энтайм? А, так это был, наверное, подъеб про Энтайма. Ну, периодически смотрим. Блин, это смешная. Бля, вообще класс. Добавляй. Она смешная. Да, предыдущая была прикольная, но просто жалко, что нас расположили прям очень по краям. И проблема в том, что если смотреть с телефона, нас там жестко обрежет. Вот на той предыдущей, где вот Вадик Лэб была нарисована. Вот. Блин, это смешно. Это типа, Вадим мне покушать из говна 500к принес. Да, это прикольно. Но тут жалко, что тоже про 500к. Тут больше как поздравительная картинка. Это, кстати, знаешь, когда прошло хорошо? На обложку стрима. Да. Это прекрасно было бы на обложку стрима. Да. Это Дон? Да. Что такой четкий Дон? Вот не шутите с этим мужчиной. Так, это что-то очень мемное, я смотрю, да? Что тут происходит вообще? Так, тут тоже что-то какой-то миллион мемов. Какой-то... Это ты? Человек-ютуб. Кто это? Какой-то человек-качок. Это ты. В смысле? А рядом я. Это ты. Вот я. Это я в костюме, я запрещаю вам какать. А вот рядом стоишь Вадик Лэб. Да? Ты посмотри, да. Просто это такая. Это труп зеленый. Нет, кто-то сзади фоткает. Это, наверное, это подписчик, который нас увидел, втихаря фоткает. А-а-а. Типа такого, понимаешь? Там задумка. Опа, глянь. Вот, смотри. Тоже Speedpaint. Вот. Шик-шик-шик. Тут просто типа разные персонажи, смотри. Ой, вот, это типа я. Это я запрещаю какас в костюме. Видишь? А, точно. Это ты качок, когда гигачат, понял? Это Чичка. Это ты. Это я у шоке. Это я Вадик Лэб. Танцую. Это ты... Бешеная, это я. Это растянутый. Я смотрю на Чичку. Ютубчик. Сейчас тут сделают. Чувачок, чувачок. Ну такое. Современное искусство, я бы сказала, да? Ну прикольно, ну прикольно. Где выкопали этого ствола? Что это? Где этого ствола выкопали? Кого? Такую старую фотку. Не знаю. Лет, как будто лет 8 назад что-то такое. У нас 500 тысяч. Сталь. Ну хорошо. Хорошо. Это праздничная. А, я думала, это новогодняя. А, это праздничная. Праздничная. Все, вижу, да. Очень празднично. А какой формат таких рисунков? А мы прикладывали размер, какой должен быть. Там на картинке была информация, сколько там, какой должен быть размера. Так. 500 суп. Смотри, тут даже есть ручка с камерой. Ландай. Ландай. Да, кстати, у нас ник немножко по-другому пишется. Ландай. Ты был близок к успеху. А, вот, это на фоне, кого мы смотрим.
Корпорация. Корпорация озвучки. Антон. Smartbird Show. Cass Van de Pol, Wonder Knob. Не, а что за корпорация озвучки? Кого мы смотрим? Кто такой корпорация? Это этот, один раз мы смотрели. Кто это? Чувак, ты его в шапку ставил, я даже не знаю, кто. Ну, кто корпорация озвучки? Утка и этот, Фуфлшмерц. А, Фуфлшмерц. Все, спасибо, все, да, уже напомнили. Я думала, блин, кто? Что, я уже все забыла. Ой, боже, смотри, откуда Ла. Сказал мультики про танки. НД. НД. Это с канала заказов. Ау. Ау. Это с... Откуда Ланда по вызову? Да. Ландай. А нет. Или да. Или со второго канала. Нет, это заставка. Ландау 2.0. Это же заставные. Нет, а там где у нас руки такие выкрученные. Это раньше у нас была заставка. Так я знаю, но у нас это выкрученные, где руки были. И фоточки такие. Да, чисто да. Я вас, блядь, заметил. О. Ой. Это такая прям... Слишком худая. Это выпердыши, выкидыши. Да, это же мы. Это же Ландауны. Похожи на Алёши из Камбриона. Ой, Чичка. Ну, Чичка, да. Ну, это как бы просто Йорк. Но я думаю, что это Чичка. А что, что кресло такое большое? Сзади смотри. Я как будто сижу на спинке. Это просто большая. Ну, я поняла. Это большое кресло. Я поняла, да. А мне, в принципе, делили кресло, не добавили. Хорошо, ты будешь на табуретке сидеть. Подпишись на ладах, поставь лайк, огонь. Главное, огонь. Огонь. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Так, вот еще, хорошо. Вы что же, 500к. Почему нам сюда Logitech и вебку? Это, короче, я снимаю на камеру. Это же фифиня. А ты потому что говоришь. Это тебе микрофон. Фифиня. Хорошо. Когда можешь заказать? Ландау по вызову в Телеграм. Вступай, и там будет вся информация. Новое видео. Тоже вон пропаганда ЛГБТ, смотри. Где? Вон радуга вокруг. Вот у нас 500к вокруг. Какую рамку заделали, да? О. Можно сюда постоянно что-то новое писать, типа. Да. С днем рождения. Да. С праздничком. С Новым годом. С 8 марта. С днем Святого Николая, там я не знаю. Ох ты! Это наш канал растет, получается. Да? Ландау, подпишусь. Ну, не так. Я думала, на другую сторону надо смотреть. Мне отрезаны уши. Ничего страшного. Морда зато круглая такая нормальная, смотри. Да. Хорошо. Граффити. Ого, а в граффити спрятанные, смотри. Марамок. Да. За Катун прячется, а то что Бустик. Подожди, так это делал этот, наверное, нам. Виктор. Ну. Потому что это шапка как на Бусти. Да, как Бусти. На Бусти похожа шапка. И что-то стоит. Да. Куплинов, вижу, прячется. Да, вижу. Мистер Бистон хорошо видно. Утопия. Мистер Бистон. Мистер Бистон. А, ну, это ж надпись, в принципе, написано Ландау. Ну да, да, граффити написано Ландау на фоне. Ага. Ну, прикольно. Мне тут нравится, как лента выглядит. Вот эта вот кинолента. Да, лента прикольная. Все остальное нет. Ну, типа там просто фон такой наш. Да, ну вот идея с лентой прикольная. Да, лента прикольная. С лентой мне понравилось, интересно. Вот эти вот световые там какие-то лучи. Вот это вот все интересно. Вот. Жалко, вот у Виктора получается шапка, ну, по сути, как на Boost дублирует фактически. Mm-hmm. Да. Так. Пацаня. Ой, ты смотри, какой тут мамин Алёшенька. Где я? Да. В очёчках, смотри, я. Это ты этот, который Дева и Бородинский хлеб? Домовёнок Кузя. Нет, это мамин Алёшенька. На Фаня. Чисто у меня эти вайбы. Кстати, смотри, тут даже хомяк есть, который у нас уже почил. Вот, так, вот, а что ты шапку пропустил? Где? Вот была. Которую же я открывал. А, да? Ну все, тогда нормально. Виктор, еще одна шапка есть? Прикольно, что-то такое подводное. Такое какое-то прям артхаусное, да? Да, что-то такое интересное, такое что-то непонятное. Ну, я вижу Чичу, я вижу маску. Наруто какое-то. Это я кричу и пальцем такой, это ты в воде. Но оно такое немножко, не то что депрессивное, а такое отчаяние я вижу в этой картинке, да? Это какой-то покемон. Это ты. Это же маленький... Водяной покемон. Какой водяной покемон? Это не Сквиртл. Сквиртл. Это не Сквиртл. Да, это ж ты. Это же... Я говорю, это ты. А, нет, это Бульбазавр. Вадим, это ты. Да? Это маленький Вадим, который из мультика. Видишь, чуб какой? Треугольник. А, вот это ты в воде, это я на тебя ору. Понял? Ну да, что-то такое прикольное. Ну, я прям чувствую такую, знаешь, типа, нет, остановись. Да, как будто, она слишком артхаусная, как будто, шумит, да? Как будто, но она прикольная. Я не вижу ее на шапке, как будто, да? Да, ну, она похожа, как будто классная граффити на стене. Ну, что-то такое. Интересное, да. Такое, да? Да. О! Это что-то знакомое, да? Очень знакомо, да? Очень знакомо. Так. Ландау реакции Бусти. Просто Бусти. Ландау реакции Бусти. Угу, угу.
И мы такие хи-хи-ха-ха, смотри, делаем там внизу. Хи-хи. Понятно, хорошо. Это то же самое. Да, только лучше качество. О, мы тут похожи на этих. На стиль, знаешь, кого? Футурамы. Не-не-не. Стиль смарт-бершоу. А, кстати, да, возможно. Что-то есть такое. Что-то такое есть, да. Прикольно, прикольно. Мы, в принципе, и мы похожи очень так. Интересно, вот это вот нарисовано, очень прикольно. Да, только фон. Да, вот фон. Фон, хоть... фон вот мне вот мне персонажи нравятся, персонажи как сделано классно. Прям да. Очень классно. Да. Прям очень сильное. Да. Прям вообще прикольно. Он как будто с фоном не очень сочетается. Да, с фоном не сочетается. И с текстом, да? Да. Вот, а сами персонажи прикольные. Вот если фон был... Стиль Рик и Морти да, пишут. Да, думаю, фон... Ну, на Рик и Морти тоже похоже. Ну, мне кажется, у них носики другие у Рика и Морти прям рисуют. Вообще прикольные, да, эти штучки. Вот два эти персонажа. Закос под Рик и Морти. Ну, возможно, мне тоже сразу был ассоциация Рик и Морти. Мне кажется, носы другие. О, ну это крутой, конечно. Да. Тут такой прям супер цветастый. Он, видишь, как Фредди на тебя смотрит, да, Вадим. Да, чересчур сейчас цветастый. Смотри, как на тебя Фредди подсматривает. Первый... Я первый, хватит ставить паузу, вы смотрите видео заранее. Потом я запрещаю вам какать, вон ты цаца, реворд, вот это вот все. Ну, прикольно, сохраним. Да, ну она прям очень цветастая, конечно. О! А, подожди. Это то же самое. Только она как-то... Это тут качество получше. Подожди, качественнее, тут брать, качество лучше. Вот это сохраним. Да, тут качество лучше, более четкое. Блять. Да. Не туда, нужно выложить. О, шапки. Шапки. Вот сюда, да. Да? На. Где остальные? Они все в формате JPEG, а это в формате PNG. Боже. Это в формате PNG. Я маму учу печатать, ну да. Блин, ну что делать? Вот, видишь, есть. Просто это в формате JPEG, а это PNG. Это вот JPEG. А PNG... Хорошая? Нет, вот хорошие. А, видишь, да. А это удалим. На. Там, кстати, тоже ту шапку, которую ты сохранил первую, она тоже есть в PNG-шном формате, не в JPEG-овском. Она потом, если что, пересохранить будет. Угу. Мы пока еще не знаем, кто выиграет. Пока сложно. А, да. А вот, а есть еще... широкий формат, да, это хорошо. Широкий формат для фона это. Вон. Ну, потом, как бы, неважно. Сейчас просто главное отложить. Для чинкованный таз. Так, тут... Подожди, мы, кажется, видели. Ну, как будто... Ствола уже вырезали. Ее как будто дорисовали просто. А, добавили. Добавили на фон еще кого-то. Добавил, а это широкий формат, хорошо. Киборг. Реакции, сборка, конструкция. Киборг-убийца, да. Давай. Это не шапка. Так. А это, кстати, прикольно. Бля, прикольно. А это кто-то подписаны? Прикольно. Типа телега, видимо, ТГ. ТС, ТГ. Это типа ТГ, Телеграм, да. Это Бусти. Нам сюда, типа, ага. Тайная ссылка вот сюда. Ландаун. Не, ну выглядит прикольно. Ну да, как-то стильненько так. Мне нравится эта анимация, такие эмоции прям классно отрисованы. Да? Эмоции так хорошо сделаны. Давай сохраним. Блять. Что за нужно хрень? Выложить. Трим. Папки. А то есть тоже по НГшке сохраняется. Давай дальше. Это что, в стиле художника Закатуна? Ну, не знаю, кстати. Тоже, кстати, прикольная обработка. Да, обработка прикольная. Обработка мне нравится, как выглядит, да. Обработка прикольная. Похоже на стиль вот этих превьюшек ютуберов, знаешь? Да, да, похоже вот такое на стиль что-то. Превьюшек ютуберов. Ну, как смотрим, будто на шапке погнали, не с... будет смотреться, потому что я представляю, оно обрезается, и в центре в итоге комп. Ну, монитор. Как-то, как будто вот так как-то обрезается. Да, да, да. И получается мы немножечко так... И ты чуть-чуть так... как будто обрезаешься. Да. То есть именно вот как арт, вот как превьюшку. Да, как арт прикольно. Чипсы очень вкусные. О, нет, чипсы надо было не очень вкусные. Но, кстати, было московский картофель. Кто знает, тот знает, как говорится. Это была вообще такая мощная отсылка на московский картофель, да? Угу. Вот, ну, для этого, это прям такая жесткая пасхалка. Вот. Надо смотрит «Россия-1». Чего? Столицы такие, да? Надо зомбируется Соловьём. Ладно, давай дальше смотреть. Прикольно, бля. Ну, я в шапке не вижу. Да, вот именно для... Она как бы прикольно была, знаешь, там... превьюшку. Для какой-нибудь превьюшки там... Не знаю, для какой, типа... Какой-то... Ответы на вопросы какие-нибудь. Типа какие-нибудь «Смотрим что-нибудь», «Смотрим фильмы». Вот такая превьюшка. Да. И с чипсами такого плана. Да, ну, как будто не для шапки. Но, бля, круто сделано. Ну, выглядит хорошо, да. Бля, человек старался, конечно, жалко, классно. Вот вы смеетесь, человеку плохо было. Когда бришь, ну, мы уже один ролик посмотрели, но пока еще не выложили.
Тоже прикольно. Это пока набросок. Не успел. Так. Ну, прикольно. Типа, сильно нарисовано, на самом деле, чувачки. Жалко, я вижу, там вот Вадя. Чувачки прикольные. Ну, зато поучаствовал. Во. Ой, еще Виктор нарисовал. Ого! Во. Ну, какой студии тут. Серьезная. Блин, у меня тут фигура сильная, ассасная. Мы какие-то слишком такие взрослые. Прям, да. Взрослые, блядь, что, людям по 30 лет. Мы такие слишком взрослые. В смысле, слишком серьезные такие. Смотри, там прям чичка лежит. А, кстати, ты тоже, получается, как обработку делал? Потому что чичка прям вообще супер похожа. Не видно ни хрена. Как будто немножко по краям. Как будто немножко по краям. Да. Можно увеличить. Так это ж чичка. Да. Это прям она сама. Смотри, вон кнопочка. Или это не чичка, это похожая собачка. Блин, ну прикольно. Немножко как будто покра... Эй, ой, что это? А что это? Розыгрыш. Что это такое было? Что это такое? Что это было? Это не вы! Розыгрыш. Что это? Кто это сделал? А что это такое было? Не знаю. Какие-то мемы. Что это? Вы не получили приз, это розыгрыш, администратор. Да не считаю, это может скам какой-то. Что это такое вообще? Это, видимо, эти в комментах. Ну да, да. Решил не доделать предыдущую работу, переделать идею полностью, надеюсь, так. Подожди, что там мне написали? А я, смотри, какая. Ты как будто, блядь, нас Дов нарисовал. Да, Дов. Это Дов рисовал? Реально Дов. Не, ну человек старался. Может, человек старался, но выглядит умемно. Это, знаешь, как есть этот мем, когда на свадьбе человек приходит, и ему говорят, это первый мой бокал. А потом в конце свадьбы говорят, это последний мой бокал. Ну, я же говорю, ну, здесь человек старался. Не, ну чё? Ну, оно очень мемно просто выглядит. Оно мемно, и хочется, знаешь, еще хуже сделать специально. Типа специально. И хочется еще хуже сделать. Ну да. Тогда это будет лучше. Нормально. Не, нормально, я понимаю. Слушай, мне кажется, что Виктора немножко не хватает, мне кажется, все-таки на заднем фоне. Да, пусто. Там пустовато. То есть я понимаю, что хотел сконцентрировать внимание на центральной композиции, но из-за этого как бы чуть-чуть по краям потерялась картинка. Вот, а все-таки, ну, как бы шапку хотела, чтобы она на всех устройствах хорошо смотрелась. То есть тут на мобильнике будет нормально, а если открыть, допустим, с того же компа, там не так много людей надо открыть, то будет уже по-другому смотреть. О, имба. Имба, 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 имба. Говоришь, возможно, шапка что-то работает? А, это хорошо. Было. Да, шапка. И свет. Кто-то пропалил. Это у меня руки так скрученные, я надеюсь. Или что? Так, это вообще картинка. А, это все? Это все? А, так это все получается. А, это все? А-а-а. Мы сейчас все посмотрели? Мы сейчас все посмотрели, ну, да. Ну, у нас есть несколько прецедентов на победу. Немного, конечно, немного. Ну, знаешь, немного, я бы... Но все равно сложно будет выбирать. Но прям... Потому что это... Круто. Есть очень много прикольных шапок. Ну, как, не очень много, но вот мы несколько отложили, которые прям очень понравились. Угу. Давай сейчас выбирать из них. Давайте смотреть. Вот у нас есть 4 шапки, которые понравились. Короче, мне кажется, мы, короче, это... решили. Вот эта шапка занимает первое место. Потому что тут... ну, потому что она и красивая, да. И технически выполнена правильно. Да, тут она все правильно подрезано, все правильно сделано. В кадре, то есть классно. А вот эта шапка занимает второе место, которое мы только что придумали. У нас его не было. Да. Но она не влазит в канал, на телефоне она режется вот так. Да, поэтому она занимает второе место, потому что она неправильно выполнила, да, техническое задание. И на компе получит тоже чуть реже. Но в итоге будем мы использовать ее. Но она нам больше понравилась. Да. Она нам понравилась больше, потому что она не так перегружена деталями. То есть та чуть-чуть слишком, та слишком немножко перегружена шапка, да, а это чуть меньше. Да, сидит. Да, да, да. Эти просто потому, что они прикольные. Ну, они как-то смешные, нам понравились. Прям вот это тоже прикольный стиль какой-то. Да, поэтому. Они понравились. Мы им по 500 рублей. Да, получается, такой третий призовый. Стой, не листай, ты вниз, залезь.